надеть маски. Там же нет живых. Лами! Крепость Осовец так и не была взята штурмом. Русские оставили ее несколько недель спустя, когда обстановка на фронте сделала оборону бессмысленной. Подпоручик Котлинский был смертельно ранен в этом бою. Контратака остатков 13-й роты 226-го землянского полка вошла в историю как атака мертвецов. Лишь через 10 лет химическое оружие было запрещено Женевским протоколом. А еще через 3 года создатель химического оружия Фриц Габер получил Нобелевскую премию.